Послушайте меня все. Завтра я собираюсь вас познакомить со своей невестой. Ну, пап, ну я до сих пор не понимаю, зачем ты пришел. Сынок, а ты где? Я буду через 5 минут. Что за бардак? Убийца! Вы думаете, вы венец природы? Да вы ее ошибка! Я что-то пропустил? Поехали отсюда, я все расскажу. Мои родители не такие, как все остальные люди. Родители с приветом – это моя специальность. Слушай, а зачем вообще кого-то с кем-то знакомить? Сегодня это не модно. Вика особенная. Есть идея. У тебя может быть такая семья, которую ты захочешь. Майонез да Ярушки на счастье! Нет. Разве у тебя есть выбор? А на майонез у меня вообще аллергия! Я так не могу. Мне нужна четкая задача. Ваш сын сделал предложение девушке, вы рады? А вдруг она ему не подходит? Ну или он ей не пара? Послушайте, вы на меня работаете, я и пара. Тогда в чем конфликт? Нет никакого конфликта, все добрые, любят друг друга. Так, папа, еще раз, что он здесь делает? Макс, это моя правая рука. У тебя есть конкретный шанс стать членом семьи. Шампанского? Вите пить нельзя, печень шалит. Да и сам он тоже. Да, я немножечко переборщил. Да я хочу с детства на все, что шевелится. Может, не надо деталей? Не хами отцу! Мы вот такая дружная семья, что если 3 раза не обнимемся, день на смарку. А для меня ничего нет. Мой ненастоящий отец, идиот, пригласил Викину семью в ненастоящие гости. Приезжайте ко мне на выходных. Теперь мне нужен настоящий дом. Справа у нас правое крыло, слева левое крыло. Ваши импровизации доведут вас до белой горячки. Костя, что здесь происходит? Да я-то здесь при чем? Я вообще в шкафу спала. Стойте! У меня важное заявление. Будьте здоровы. Танцуют все! На кого Костя больше похож? На папу или на маму? Ну, вообще-то мне говорили, что я больше похож на Хабенского.